Праздник спорта прошел в минувшую субботу в Олимпии. Фестиваль объединил спортсменов всевозможных направлений со всего региона. Мероприятие длилось на протяжении всего дня. С 7 утра на лед вышли хоккеисты. Играли юноши 97-го, 2000-го года рождения. Победу одержала «Вичуга». Затем их сменили ребята 2001-го года рождения и младше. И судя по количеству команд участников, хоккей в настоящее время востребован. Если в прошлом году у нас 4 команды было вот этого возраста, 2000-го года, то в этом сезоне у нас их уже 8. То есть команды прибавляются, дети хотят заниматься, вот дети приходят, тренерские какие-то сейчас находим мы ресурсы, чтобы приезжали сюда тренеры к нам тренировать детишек. В общем, развитие есть и развитие налицо. Своя небольшая площадка и у представителей настольного тенниса. Ивановские теннисисты достойно заявляют о себе на разных российских соревнованиях. Арсений в их числе. С этим видом спорта он не расстается уже 6 лет и никогда не променяет теннис на что-то другое. Тут зависит только от тебя. А если ты играешь на команды, как в футболе, ошибки твоего игрока, и вы сразу проигрываете. А тут только зависит только от тебя. А здесь, пожалуй, самая большая площадка. Участники сдают нормативы ГТО. Показать свои физические возможности приехали школьники со всей Ивановской области. Это бег на 60 метров, подтягивание, отжимания для девушек, прыжок в длину с места, и мальчики, и девочки, поднятие своего туловища, так называемый пресс, и на гибкость одно упражнение. Потом в конце будем подводить итоги, награждать значками, подарками. Всего нормативы ГТО сдавали порядка 200 человек. Такой интерес к этим соревнованиям не случайен. Ведь главным призом для победителя стал велосипед. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.